хочу отметить очень позитивную динамику наших взаимоотношений региональных между ГДУЗИ и регионами Российской Федерации. Одновременно особенное отношение со стороны Московской области. У нас в феврале месяце было подписано соглашение между Московской областью и ГДУЗской автономией. Достаточно такое фундаментальное соглашение, и можно сказать, это была очень хорошая стартовая площадка для нашего исполнительного комитета. Тогда, когда пошли следующие шаги, мы уже встречали группу экспертов из Россельхознадзора, и результатом этой поездки у нас был открыт экспорт ряда предприятий на московский рынок, на российский рынок, соответственно. К нам приезжала делегация из членов правительства Московской области, и, соответственно, был подписан план мероприятий по сотрудничеству между ГГУЗИ и Московской областью. Вот сегодня мы встречаем вашу делегацию, тоже полны надежд. Хотим показать вам наш потенциал, наши возможности. Знаем направление, по которому вы приехали. Вы будете сегодня в течение этих полутора дней обследовать предприятия, на которых производится консервная продукция. Мы очень надеемся на то, что по качеству продукции, по всем показателям, соответственно, после того, как вы изучите и проведете обследование, наша продукция получит разрешение, займет достойное место на рынках Российской Федерации. Мы осознаем, понимаем ответственность и понимаем, что у вас всегда был очень серьезный подход к качеству, поэтому мы готовились к встрече вашей делегации, наши экономические агенты готовились, понимают ответственность и важность этого события и, конечно же, очень мечтают, чтобы их продукция, соответственно, попала на российский рынок. Я думаю, что в течение полутора дней, сколько вы будете у нас находиться, это, конечно, очень мало времени. Вот мы бы хотели, чтобы побывали у нас побольше, но я очень надеюсь на продуктивную работу. Мы в течение этих полутора дней вам предоставим возможность увидеть наше предприятие, посмотреть на нашу продукцию и, соответственно, получить результат. Вот. Поэтому вся команда будет в вашем распоряжении. С нашей стороны возглавит руководство группы по встрече с вами Олеся Федоровна Томасоглу, заместитель председателя исполнительного комитета. Вас будет сопровождать руководитель главного управления сельского хозяйства БДИ Сергей Михайлович, соответственно, и руководитель главного управления внешних связей Виталий Константинович. Ну, а все остальные коллеги, как говорится, будут всегда рядом для того, чтобы обеспечить вам нормальную, соответственно, работу. То есть мы очень рады вас приветствовать, и мы благодарны за вот такой последовательный подход и особенное отношение к нам, к ГГУЗской автономии. И то, что в последнее время наша делегация очень часто приезжает к вам, хотя на краткие, но полагаю, что каждый из них, уезжая отсюда, дает высокую оценку по итогам встреч коллектива предприятий. Я полагаю, и делегация была Геннадия Евгеньевича Иванова также активно поработает. Вы дадите все возможные варианты встреч. Я думаю, это только начало, и я полагаю, что и впредь делегации будут. Вот у них сегодня конкретная задача рассмотреть предприятие консервной промышленности, да? Вопросы консервирования. Но мы знаем очень много вопросов, связанных с винодельческой продукцией, и полагаем, что руководство Роспотребнадзора в ближайшее время может направить отдельную делегацию по этой проблеме, с тем, чтобы точно так же, как вот сегодняшняя делегация, могла бы изучить и принять определенные решения и по этой части. Что касается нашего посольства, мы всегда рады оказывать содействие, всегда приезжать, помогать. Для этого есть у нас вот куратор, значит, ГГУЗИ, да. Поэтому в этом плане мы на короткой связи, да, постоянно в общении. И думаю, по итогам работы наших коллег мы итоги подведем. И я тоже надеюсь, что они будут весьма положительными.